Asmode и Play. Продолжаем играть Sniper 3. Ну, возьмем новую миссию. Что же это за миссия нас ожидает? Черная вдова. Хорошо. Сейчас узнаем, что это за вдова. Давай. Куда нам? Сюда нам. Ну, вроде недалеко. Пользуйтесь услугами телепортации. Порт. Хорошо, прибыли в порт. Ой. Так, обыскать дом Ирины. Хорошо. Так. Для начала. Для начала давайте-ка соберем то, что здесь валяется. То, что нам предназначается по праву. Просто так и на халяву. Соберем. Всех вместе соберем. Соберем, соберем. И газели бока намнем. Мы намнем. Так, намнем. Ням-ням. Звучит. Так. Где у нас еще в доме? Тоже соберем. Последний ящичек на халяву. На катере. Конечно. Где взять? На катере взять. Так. Здесь. Вот он. Деталей мне хватает. Ой, да мне там всего хватает. Ну давай. Выматывайся отсюда. Вон с корабля. Вот что-то я сомневаюсь, что так все так легко и просто там. Давайте посмотрим, кто окружает этот домик. Стоп. Ну не понял, по кому это он отстрелялся-то так. Да нет, вроде никого нету. Итак, смотрим. Дети, уроды. Так, какие навыки мне надобно? Все, этот прокачал, снайперская мне уже хватает. Воин, ну вот, берсерк или вот сила духа, значит, надо из лука гасить. Ну что, это нам дело привычное, по одному, потихонечку, полигонечку, да помаленечку. Вот так. Минусанули. Обыскали. Собрали все, что с него хотели. Так, а где оружие-то твое? Боец. Кто еще у нас тут? Так. Это что у нас? Диверсия, поди, можно сделать? Вот так. Ну, вроде пока все хорошо получается. Остался последний. Итак.
Вот так. Задача выполнена. Всех пристрелили. Где мои патроны? Вот я их честно заслужил. Никто не смеет сказать, что я тут на халяву питаюсь. Давай наверх. Навык не получил еще. Жаль. Так, в этом крае. Так, собрали где-то еще шприц. Вот шприц. Взяли. Что еще у нас за семья? О, так я посюда мог зайти. У тебя что? Ну и наконец ты. Изучаем. Я понимаю. Because right now Ina's not a threat, unlike the boss of the guys who nearly killed you. I can't get to him unless I talk with her. Understand? Ты меня понял? Что ты мне расскажешь? Как быстро все меняется? Ладно. Режим разведки. Ну, давай, заляг на дно. Идти к убежищу Инны. Хорошо. Только я сначала в подвальчике. А, это не подвальчик, ладно. Хорошо. Тут у нас все сделано. Тут у меня денежка ждет. Моя денежка. Где мои сокровища? Так, патроны. Сокровища. Кошелечек. Выходим. У меня тут машина, я ее припарковал, да, вот здесь вот где-то. Где она? Где мой автотранспорт? Мой Гранд Чероки. Где мои 4x4? Вот он, моя ласточка. Неубиваемая, непотопляемая. Нива моя. Так, едем. Где музыка? Вот. Играет музяка, танцуем всяко-всяко. И кто же нас будет здесь ожидать? Ой-ой-ой, сомневаюсь, что я так просто могу взять и приехать. Для начала запустим-ка дрон. Дронку, дрон, гадрон. Запуск произведен. 2 секунды. Полет нормальный. Так, я вижу человечка. Но он у меня не обозначается как враг. И что у нас еще здесь есть? Все. Ладно. Соберем механические детали. Все-таки это мое. Бесплатно лежит. Ждет, когда я их заберу. Нельзя расстраивать. Давай. Так, а это я уже изучил. Представляет интерес. А нет, еще раз можно изучить было. Видимо, как-то поставлено не так, ну ладно. Ну, вот мы и встретились. Давай. Говори. Мне надо поговорить с Инной. Где она? В подвале. Ее ищут реально опасные ублюдки, так что она не высовывается. Давай. Веди меня к ней. Меня-то ничего не испугает. Где этот подвал? Ух ты, тут еще катакомбы какие-то. Вот он.
Открывай. Ну, открывай. Или что, я должен открывать? Защитить. Так, минутку. Да без проблем. ОПГ, враг помечен. Где? Отстрелили ножку. Ножку больно. Блин, зачем я это сделал? На. Задача выполнена. Так всего-то было ничего. Ну, хорошо. Оружие есть у вас какое-нибудь? Хорошее. Такого, которого у меня еще нету. Обыскать. Я помер смертью храбрых. На тебя никто и не рассчитывал особо. Так, это я собрал в начале. Это я собрал в конце. Ну так, все. Идем. Инна. Инна. Что ты мне преподнесешь, Инна? Ух ты. У меня ножик еще новенький открылся. Все. Миссия завершена. Переходим к следующей миссии. Следующая миссия у нас правая рука. Отель Горизонт. Хорошо. Идем туда. Итак, мы на месте. Покинуть зону. Покинуть зону операции. Мне кого-то вывести надо. Ну, давайте обозначим сразу всех. Уберем снайпера, чтобы он нам не мешал. Как вы помните, тут можно, по идее, все сделать легко и просто. Ой-ой-ой. Ой. Бежим, бежим. Нас снайпер нашел. Вот он. Давайте, кто кого захреначит сейчас. Вот и все. Остальное нам не страшно. Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. Это тоже нам не страшен. Вот так. Ой-ой-ой, обстрел будет, обстрел. Так, а мы отойдем, нападем и укусим с другого боку. Так. Есть. Эх, я тебя не вижу.
Так, где ты там? Я тебя... Так. Вот теперь все. Открыть огонь, что ли, или что ты орешь? Ничего не знаю. Я сваливаю. Теперь у меня есть лук. Так. Надеюсь, вы не сильно на меня обиделись. На меня нельзя сильно обижаться. Вот так вот. Давайте. Что вы предпримете? Я сюда уже в трубу залез. А вы где? Вы меня пока еще не видите, да? Давайте я вам сюрприз тогда устрою небольшой. Подкрадусь и скажу бу. А уж это-то я могу вам сказать. Потеряли. Для начала я использую вот одну такую штучку. Она у меня есть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, сколько вас тут. На. Все. И обратно ушел в канализацию. И еще обозначились. Молодец какой вот я. Давайте, пока там разбомбите все. А я сейчас с другого боку вас укушу. Так, я куда-то не туда пришел. Хорошо. Так. Сюда. Подождите, так это выход. Че, опять отсюда вас стрельнуть один раз? Так. Ага. Вот так, в голову. У него еще и аптечка. Господи, как светлый человек, прямо-таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Все. Теперь вы все сюда сосредоточены. Молодцы. Так и должно быть. Да, ты пока на меня там ищешь, а я пока здесь про... О, кстати, а если вот так насквозь далеко-далеко идти? Куда я выйду? Давайте. Так. Будем смотреть. Далеко иду так-то. Сейчас я обойду и сзади еще раз подстрелю. Вы, кстати, в новомодных костюмах теперь стали. Хрен пробьешь. Так что извиняйте, что я буду с вами тоже сурово играть. Так. Блин, так-то далеко тянется туннели. Куда, куда? За ограду. А, еще к дому. Дом изгибается. Так. Ну, можно сейчас сюда залезть? Можно? Вот здесь вот так-то кто-то был тогда. Сейчас посмотрим.
Для взлома. Взломали. Нашел. Так. Ой. Еще разок запустим. Надо с этой стороны посмотреть. С этой стороны нету. О, это ты где, в подвале? На первом этаже где ты ползешь? Где-то там. Так. Ну, будем выносить вас, значит, потихонечку, да полигонечку. Раз вы доброго языка не понимаете. По-доброму. Будет по-плохому. А, убить мне его надо. Какая прелесть. Так, ладно. Ну-ка, давайте-ка вот эти бронебойные зарядим. Так. Roger. Investigate and report. Ой. Чувствую, они за мной идут. А я пойду с другим путем. Да-да-да. Пока все туда, я пойду оттуда. Ой, я даже уже слышу, как они бегут. Вовремя оттуда свалил. Да нет. Ну не поймать вам меня. Потому что вы запрограммированы по канализациям не лазить. А я лазю. Да, не брезгую. Не боюсь измараться. А вы... Так. Что ты там у миномета стоишь? Ах, какой подлец. Так, надеюсь, я к тебе приду. О, я уже близко. Так. Заколочено. Что за... Вы зачем так поступили? Некрасиво. Стоять. В голову. Ух ты. Красивая пуля. Давай. Ой, ж разорвала ее. Вот тебе и различие. Но никакая броня вас не спасет от этой пули. Так что готовься. Вау. Так. Ну-ка, давай-ка на обычный. Давай, выйди. Первого обыщем. Второго обыщем. Времени у нас тьма. Кто орёт? Ой, я не знаю, что ты говоришь, но ты, наверное, не прав. Изначально не прав. Так. Да, что-то про периметр. Я вот на свету хожу. Вы меня так и не видите. О, убить Давида. Господи, еще Давид.
Голиаф. Как только не назовете их. Ой, ну тот, которого из лука подстрелил. Все здесь. Как приятно, что вы все собрались здесь ради меня. Да? Вы на меня нацелены еще? Ожидайте, выжидайте. Ну давай. Так, где ты? И где шприц? Сумею, не сумею, вот. Ох ты. Вот они вы. Все чисто, да как же? Ох ты, вы еще и расходитесь. Вот вы два дебила. Так, ну, дуракам так и надо. Как с ними еще обращаться-то? Ничему жизнь не учит. Какой кошмар. Другой бы сразу бы смекнул, сказал бы, нет, нет, до свидания. Ох, срезало-то как. Ну ладно. Посмотрим, что у нас. Ты тоже давай, тоже ничего не осталось от головы, то господи. И куда только милиция смотрит. Так, мне сюда зайти, как зайти? А сюда мне не зайти. Ну, вот так вот, значит, мы. Давайте-ка вот этого посмотрим. Что ты нам принес? Взято. Пиротехнические патроны. Это хорошо. А ты молодец. Так. Теперь ты. Я уже иду к тебе. Еще ниже. Как ты спрятался-то? Ух ты. Далековатенько, да. Так. Ладно. Давай. Ты в какой-то в одной из комнат. Есть. Обыщем. Навыки воин. Навыки воин. Что, сердечко или бежать? Неограниченная выносливость на 20 секунд при минимальном уровне здоровья. Я вот это пока прокачаю. И вот у меня еще одна. Ух ты. Это есть, значит, у меня. Где ты? Все. Ты-то что? Тебя изуродовали уже? Ну все, значит, идем отсюда. Здесь нам больше делать нечего. Пытали. Это они тут ели, свиньи. Да, уходим с этого жуткого места. Давай-ка не мудри.
Нам надо нормально выйти. Чем мы мыши какие-то? Мы честно всех победили. Это где ты такой лежишь? А вот хотел потихонечку отойти в мир иной. Нет, мы тебя еще ограбим. Вот и через главный вход, как барин, сваливаем кратчайшим путем. Посмотрим, что мы получили за данную операцию. Та-дам! Меткость в голову, максимальная дальность врагов. Неплохо, телепортируемся на базу. Так, берем следующую миссию, называется «На самое дно». Сойдет. Итак, мы отправляемся на самое дно. Это где у нас? О. Блин. Мы эту базу уже несколько раз атаковывали. Ну ладно. Еще раз атакуем. А, да, вспомнил, куда это вести. Итак. Там вот у нас тела, которые нас не любят. Три тела должно быть. Вот они. Здесь должны быть. Так. Трос. А я, кстати, никогда раньше этот трос не замечал. Так, вот здесь вот они должны быть. Но их здесь почему-то нет. Ладно. Снайперские точки. Снайперов мы знаем, где первый, второй снайпер. Они нам уже как родные. Пару человек вот здесь ходит. На вышках по одному должно быть. Так, миномет. Вот здесь вот один охраняет. Вот где турель должен быть. Где-то на вышках, не знаю. Так. Все, давайте. Ну, ладно. Пока так. Обозначили. Точно вас здесь нету? Так. Туда я уже не полезу наверх. Это слишком муторно. Кто здесь есть и как отстреливать, я и так уже знаю наизусть. Так, вот первый. Так, найти лидера. Так, бонус, найти секретный вход подземелье, найти ведь лидера и забрать ключ, карту. Так, ну это вот на 300 сделаем для ровности. Приблизим я ему в голову, сейчас залеплю маслину. Вот так. В наушники бух разлетелись. Так. А вот теперь и с остальными можно кончать. Первый. Вышки. Кстати, почему-то нет никого на вышках. Так, нет. Меня вот на этот. Понятно. Вот так. Блин, бронебойная. Что-то не берет с первого раза в голову. Чё шлем такой? Так. Ну, вроде тихо. Пока что. Давайте посмотрим, кто здесь меня ожидает. Не помню. У вас здесь должно быть так. Чуть побольше быть. Вот. Нет, что-то народу маловато.
Камеры на задней площадке. Вот здесь вот тоже был человечек. Сейчас его нету. Так. Слабое место конструкции. Значит, еще что-то взорвать можно. Кто у нас? Где? Ну, вот еще один. Еще одно. Слабое место конструкции. Ладно. Так. Надеюсь, ты передать никому ничего не успел. Пока все идет хорошо. Все довольны, особенно я. А я доволен, чтобы это самое главное. Потому что если я недоволен, я ужас какой злой. Блин, перестрелять. Стой, кто? Ой. Вот это-то опасный тел. Итак, что же мы сделаем? Так. Ну тут простой человек. А рядом с ним обитает. Так. Будем все по порядочку. Сначала застрелим этих людей. Подкрадемся. Тихо. Поднял шум. Ой, непростительно. Есть. Вот это. Вот так. Давай, третий уж. Ой-ой-ой. Ой. Мы так кругами будем друг за другом бегать. Ой, вас там двое. Ну давай. Ой. А вот это уже совсем плохо. Сваливать надо. Ой, тут турель. Тем более бежим. Бежим, бежим, бежим. Так. Для начала отключим хотя бы турель. Так, отключаем. Вот так. А генератор мы так можем отключить? Нет, не можем. Это очень плохо. Так. Кто к нам движется? Ничего страшного. Вот этого пристрелим. Господи, я еще и через турель пролез. Так, все. Вы что, решили, что меня нету? Есть. Давай, уйди с моего пути.
Вот так. Что значит? А, камера. Так. А если я свалю куда-нибудь сюда? Так, можно же сделать? Мне интересно, что за слабое место конструкции? Что это обозначает? Слабое место конструкции. Заминировать, что ли, можно, или что? Так, у нас вот здесь вот еще тела находятся. Надеюсь, ты простой. Есть. Давай, обыщем. Так, ты где-то тут ходил. Так. Как вас оказывается, так-то гасить гораздо легче, чем со снайперки кого-то метиться. Да по два раза. Так. Что у меня тут где-то? Припасы мои. Что у меня показано? Все ходит и ходит там. Взламываем. Сейчас все камеры вам взломаю. Испорчу вам все здесь. Вот так. Понятненько. Ой. Он уже рядом. Вот он. Вот так. Отдай все, что есть. Соберем таблетки. Возьмем. Денежка. Ну, на втором этаже она, скорее всего, да? Если вообще не внизу. Так. Раз. Вверх. Вот так. Залазим. Обыскиваем. Берем ключ-карту. Берем денежки. Так, бьем бронебойные. Ушел. Давай еще разок. Еще разок. Ну давай, давай. Я дыхание не задержу, специально тебя жду. Козлятину. Только шопа торчит.
Так, ладно. Давай. Начни шевеление. Козел. Давай, давай, на меня, на меня. Все, я как понимаю, ты туда не выйдешь сам. Ладно. Не хочешь ко мне идти сам? Я к тебе сам приду, я не гордый. Давай, специально для тебя бронебойный зарядил. Как ты любишь, один в голову уже получил. Сейчас второй еще залеплю тебе. Вот так. Аванпост зачищен. Переходим на обычный. Ну-ка, дай-ка посмотрю, что у тебя тут. Это у меня есть. Берем на запчасти. Давай лучше мне оборудование, аппаратуру и всякие другие ништяки. Дробовичок. Нет. На запчасти. Блин, столько много запчастей, что ли? Так, а где у меня тела-то, которые исчезли? Ладно. Запомню, что они нехорошие, жадины. Жадины. Говядины. Без них тогда сейчас наберем здесь всего-всего. Очень нужного и полезного. Таблетки. Комнаты. Все такое. Непонятно. Таблетки не вижу. Где вы? Ну и ладно. Обижусь, я не буду к вам в гости ходить. Даже в консервную банку и то здесь. Так. Ну, трупы-то, наверное, уже исчезли. Если эти-то исчезли, те-то тем более. Видимо, с первого раза как начал долбить, так и надо продолжать. Не останавливаясь. Берем. Взрывные штуки. Потом. Нет, еще что-то. Вот оно. Денежку возьмем. Денежку. И вот теперь уже можно так. Чего за слабое место? Слабое место конструкции. Давай, потрачу на тебя один патрон. Так, нет, не то. Как тебя используют-то? Слабое место конструкции. Взрывом только, наверное. Ну все. Идем куда нам бонус. Найти секретный вход в подземный комплекс. Спуститься. Так, это у нас где он должен быть. Так, это не здесь. Это вот в каком-то из этих сараев. Три сарая на выбор. В первом этом нету ничего. А вот здесь вполне. Вполне. К
Кстати, из навыков у нас пока нету ничего такого. Будь осторожен. Давай-ка вот так. Вот так, скачок напряжения. Обыщем, поднимем, спрячем. Ой, торчит, значит. Так, если весь комплекс разваливается, мне как лучше с луком или с автоматом? Тогда уже быть. Ой-ой-ой. Вручную устранить. Есть. Вот так. Кто по мне стреляет? Где ты? Куда убег? Хорошо. Будем играть по вашим правилам. Напали на меня скотины. Ну где ты? Вон он ты. Так, адреналинчик себе. Сменить. Нет, я не буду ничего менять. Обыскать тело. Взят осколочные товары, адреналин. То ли адреналин себе еще один вколю. Давайте я один адреналин еще вколю себе. Лишним не будет. Поднять тело, поднять тело. Дробовик менять нет, не буду. Обыскать. Чё, кончились аптечки, что ли? Как плохо, как мелко. Не надо меня так пугать. Так, тут где-то взрывные детали были. Не устраняется. Но я думал, он против меня. Ладно. Идем. Смотрим. Что-то вызывает у вас интерес. Пройти в реакторный отсек. Так, а куда это, в реакторный отсек, налево или направо? Ой-ой-ой. Итак. Это отключено. Наверх? Нет. Вниз. Так, а в другую сторону? Что у нас? Warning. Reactor core unstable. What's going on?
Нужно его отключить. Давай. Перегрев активной зоны реактора. Слишком опасно. Конечно, опасно. Я слышу, как все трясется. Давай. Продолжаем спускаться. Может, надо было поменять на калаш все-таки. Что тут? Так, мы не будем так. Активирована система какая-то. Хорошо. Турель. Чуть не нарвались. Вот так. Ну и это не все. Вот. Ее оберегает вторая турель. Так, ладно. Так, и там было выводить из строя. Такой у нас нету сейчас. А вот если быстро пролететь... Ну-ка. Давай, быстро пролетели. Так. Ой-ой-ой. Попробуем с контрольной точки. Надо менять лук. Итак. На. Вот сейчас мы у него и обменяем. Сменим. Обыщем. Пополним запасы. Только нам сразу... Убиваем потихонечку. Раз. Два. Все, его нету. Ну нету, нету. А что такое? Так, укольчик. Граната. Вот так. Теперь обыскиваем. Смотрим, что у этих тварей имеется при себе. Где тут что-то взрывное такое должно быть. Это, наверное, не на этом этаже. Взрывоопасно. Так. Дробовик. Нет, мы оставим себе калаш. А теперь ученые. С ним будем ходить. У нас... Чего здесь есть? Фонарик. Но он мне пока не нужен. Обыскать, собрать. Так вот, в какую сторону идти? Сначала в эту посмотрим. Турель не работает. Так, а мы сюда уже ходили. Ну-ка,
в другую сторону. Так, у нас один вход, понятно. Давай. Вы входите и выходите. Входите и выходите. Вниз, вниз, вниз. Нам надо вниз. Тут не так уж и высоко. Спускаемся. Спускаемся. Давай, ты меня не видишь пока? И на, вот так будет с каждым. Так, вот начало неплохое, так. Теперь смотрим. Да ешь твою мать, так башку твою. Бестолковый. Магафет. Давай, 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 беги, беги. Господи, турель меня завалила. Итак, оказывается, они гранатами неплохо взрываются. Поэтому, если бы гранат не жалеть, то можно и с первого раза пройти. Только мне такое чувство, что я маленько не туда иду. Или туда. Джон. Давайте. Так. Реактор. Что-то не слышно сирены, Роберт. Так, снайпер 3. Я прошел. Ну, видимо, да, все миссии. На этом все. Ищем другую игру. Проходим. Спасибо, что с вами на моем канале. До свидания.